скажем так, практически без крыши. Стены еще стояли везде. И то, тем не менее, объем в целом. Мы работали за ним сейчас второй день. Практически получилось порядка уже вывезли порядка 25 команд. И еще есть команда на 60. Но тоже затягивать нечего, понимаешь? Да. Надо вот все программы своевременно. Все решения, которые мы будем принимать, обсуждать. Что предлагают им важно, чтобы под коммерцию не отдавали, потому что реально Тимовск уже перенасыщен магазинами, торговыми центрами. Нет, а я не про... я имею в виду под ЖС, пожалуйста, отдавайте под ЖС. Ну, кадетам, кстати, нужно отдавать. У вас сколько всего еще раз давно сюда снесли? 31. 31. Снесли сколько? 4. Впервые за последние 10 лет у нас губернатор на заводе. Так что с великой честью и уважением к вам. Спасибо большое. Да, дай Бог. Спасибо. Откушать. Ну давайте вместе. Откушать. Давайте откушать. Вместе. Попробуем, да? Это микронамрабатывающее производство наше справа все. Здесь инструмент галка. И микронамрабатка все виды. Это котлы пульсирующего горения, нетрадиционные. Это как... Ну понятно, лампы дневного света, но в смысле энергосберегающие, да? Даже не так. Это котлы, которые работают на принципе систем космических кораблей, которые выбрасывают космос. Ну то есть они как, они впрыск? Да, пульсирующий горение. Это выпускной цепь нашей типы. Да, сейчас я покажу. Там 200 целей идет на объект, например, на ту. И они на разной дальности, разные высоты определить, чем уничтожить и какую первую цель, очередь цели, какую. У нас вся программа по Кимовскому району, вы планируете сделать полностью на этом микрорайоне. 40 домов. 40. Плюс еще отмежевываем земли для многодетных. Потому что объем такой, я уже много раз говорил, мы никогда не строили. И здесь очень важно, потому что не ошибиться, мы выверяли очень досконально количество семей, количество жителей, количество метров. В общем, это такая достаточно трудоемкая работа. Задача сложная, но пока вот от графика они выбиваются. На сколько вы выбиваетесь? 10-12 дней. Вся программа переселения из аварийного жилья, она заключается в том, что мы под каждую семью строим индивидуальное жилье. Почему мы не можем взять какое-то, так сказать, ну, скажем, панельное строительство, которое гораздо быстрее? Потому что все очень индивидуально. По метражу, должны, да, там? Мы же метр в метр переселяем, конечно. Боясные вот эти установки, все элементы, да, уже готовы. Здравствуйте. Здравствуйте. Три здесь. Вы не хотите обезопасить себя? Это была летняя галерея, две памперки входа. А это холодная? Это холодная, да? Вот посмотрите, сколько нам президент помогает, да, выделили деньги из Министерства культуры Российской Федерации на восстановление. Что-то мы поможем, да, сделать. А прихожане почему-то помогут, нет? Помогут. Значит, вот, уважаемые жители, я вот поднял здесь специально вам директоров. Значит, это те директора, которые допустили в прошлом году не сдачу двух обязательных государственных экзаменов. А обязательно это русский язык и математика. Это те дети, которые, наши с вами дети, которые не получат аттестат о среднем образовании. Понимаете? Значит, каждый ребенок стоит из бюджета Тульской области 220 тысяч рублей. Соответственно, они учились 10 и 11 класс. То есть примерно 450 миллионов тысяч рублей было потрачено на каждого ребенка. Так вот, KPI, или, скажем так, результат работы директоров, почему я говорю директоров, потому что они ответственные, они организаторы образования, такой, что они за два года по каждому выпускнику, который не сдаст единый государственный экзамен, подчеркиваю, обязательно, будет всем ущерб бюджету Тульской области в размере 450 тысяч рублей. Вы ответственно свое понимаете? Владимир Сергеевич, мы прослушали здесь планы по ремонту дорог. И наша дорога, наш вот этот пасечок от Пучалок до Черемухова, он не попадает почему-то никуда. Вот это то, что мы можем делать. Пока вопрос больше, ну, на больше у нас просто реально не хватает средств. Но и то, сколько мы делаем у вас в районе, поверьте мне, приводя в порядок, соответственно, Никольский собор, мы вообще всю Епифань даже забрали из муниципальной собственности себе, чтобы привести ее в порядок и обратно потом вернуть. Поэтому сделаем. С ним переговорите, пожалуйста. И выставьте тоже, соответственно, на контроль по исполнению. Хорошо?